И обычный суслик может стать знаменитым. Главное – знать, где вырыть норку. Видеоролик на YouTube под названием «Житель космодрома Байконур» взорвал интернет. Только за одну ночь со среды на четверг ролик посмотрели более 50 тысяч человек. Общее число просмотров почти достигло 170 тысяч. Пушистый зверек обосновался не где-нибудь, а прямо на стартовой площадке для запуска ракет на космодроме Байконур, чем и вызвал всеобщее внимание. Любознательный грызун охотно позирует, общается с камерой и совсем не боится проезжающих у него над головой стальных конструкций. Видео было снято оператором Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Приехав снимать очередной запуск ракеты, он оставил камеру рядом с норой.